Российское движение детей и молодежи «Движение первых» до конца года разработает единый стандарт игры «Зорница 2.0». В ней смогут участвовать школьники, начиная с 5 класса, а также студенты до 21 года. «Зорница» — это военно-спортивная игра, существующая с 1967 года. Ребята делятся на команды, но играют не друг против друга, а с условным противником. Они разбивают лагерь, устраивают засады и атаки. Новый формат предполагает использование современных технологий. «Зорницу 2.0» испытали в Московской области на территории музея-заповедника «Бородинское поле». Участвовали почти 130 школьников в возрасте от 15 до 16 лет. В числе прочего, ребята с помощью лазертага атаковали лагерь условного противника, а также провели разведку, используя дрон. В августе «Зорница 2.0» пройдет в 11 регионах России.